Всем привет. Анекдот. Муж с женой копят на машину. И немножко не хватает. Жена говорит, сходи. Мужу говорит, сходи до соседки, займи денег. Он говорит, да ты че, ну не... Сходи, ну что ты там поможешь по-соседски. Еще, ну, займи, улыбаешься ей. Ну, он идет соседке, говорит, и, слушай, займи, вот денег на машину не хватает. Она такая, да? Ну, соседка такая, говорит, да? Если трахнешь меня с пчелкой, займу. Он говорит, это как? Он говорит, ты сначала согласись. Он говорит, ну хорошо, давай. Соседка приносит пчелу, прям пчелу, и к его члену, раз, у него так кусает, у него член, он налетает на соседку, давай, ты-дын-дын-дын-дын, она радостная, дает ему денег. Он приходит домой, жене дает деньги, она говорит, как это она так тебе быстро заняла? Быстро. Тут, ну, он говорит, признавайся, он говорит, ну вот так, секс с пчелкой. Жена говорит, как пчелкой? Я тоже так хочу попробовать. Притащила пчелу мужа, раз в член у него, бу-бу-бу-бу, он на жену, раз, и тра-та-та, 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 часа два, тра-та-та. Жена такая, господи, как, господи, слушай, мужу она говорит, ну его нахер, эту машину, давай лучше пчел заведем.